Ком в горле встал у сотен ветеранов после Дня Победы. Они не растрогались, а расстроились. Героям войны областные чиновники подарили просроченные подарки. У тушенки, которая входила в продуктовый презент, срок годности еще истек полтора месяца назад. К счастью, дарители сейчас не сороковые, и обиженные старики это заметили. Если бы повар сознательно обжулил, не доложил, обманул солдат с питанием, сразу же под трибунал и штрафбат. Такие подарочки ветеранам вручили на торжественном приеме в резиденции губернатора. Говяжьи консервы в пакете были давно не первой свежести. На банке указано употребить до 27 марта. Праздничное настроение вместе с тушенкой испортилось у 200 защитников Отечества. Как оказалось, продуктовые наборы собирали в столовой правительства области. Ее работники, видимо, закрыли глаза на срок годности или вовсе решили сэкономить. После скандала свердловские чиновники пообещали одарить ветеранов новыми наборами. Вот только примут ли их теперь, вызывает сомнения. Сегодня уже сформированы новые продовольственные наборы, и работники социальной защиты развезут всем ветеранам, независимо от того, была ли в их наборе тушенка, значит, с истекшим сроком.